Кориандр – кинза – однолетнее травянистое растение. Используется как молодая зелень в качестве приправы, так и семена, как пряность, ароматическая добавка к разным блюдам. Плоды по аромату напоминают корицу и могут использоваться в кондитерской и парфюмерной промышленности. Вегетационный период – 90-110 дней. Для получения свежей зелени на протяжении всего сезона семена высеивают с ранней весны до конца лета, каждые 15-20 дней.